Здравствуйте, это кулинарный канал Татьяна о еде и не только. Сегодня я покажу вам рецепт вкусных нутовых конфет. Они готовятся очень просто. На мой взгляд, в них нет ни одного вредного ингредиента. Поэтому, заменив коньяк на вишневый сок, их можно смело давать и детям. Для их приготовления мне понадобится 200 грамм нута. Я его предварительно с вечера замочила, а утром отварила до готовности. Восемьдесят грамм фиников, грецкие орехи, 40 грамм свежей замороженной клюквы, 30 грамм меда, 25 грамм какао, плюс какао на присыпку, 1,5 столовых ложки коньяка. Коньяк можете заменить на вишневый сок, это не принципиально. И 90 грамм темного шоколада. Перебейте грецкие орехи блендером. Нут тоже перебиваем блендером. И уже к перебитому нуту добавляем мелко порезанные финики. Далее финики перебиваем вместе с нутом. К этой массе добавляем клюкву, грецкие орехи, коньяк, мед, и какао-порошок. У меня блендер не очень мощный, я начала перебивать в блендере, но далее мне пришлось это делать погружным блендером, так как блендер массу не проворачивал. Значит, лучше, конечно, это сделать погружным блендером. Доводим массу до однородности. И у нас получается вот такая конфетная нутовая масса. Очень вкусная. На этом этапе вы можете отрегулировать вкус. Клюква дает кислинку, мед сладость. Поэтому либо добавьте немножко клюквы, еще раз перебейте блендером, либо добавьте немножко меда. Далее я одеваю перчатки, смазываю их рафинированным растительным маслом и формирую конфеты. Сформированные конфеты я отправляю на сутки в морозильную камеру. На следующий день я на водяной бане растапливаю шоколад. Либо можете это сделать в микроволновой печи импульсно по 10-20 секунд. И уже в растопленный шоколад окунаю замороженные конфеты. Вторую половину конфет я присыпаю какао-порошком. Домашние конфеты надо хранить в холодильнике и доставать из холодильника только перед подачей. Вот такие конфеты получаются.
Надеюсь, рецепт вам понравится. Вы приготовите и будете еще не раз готовить эти вкусные, полезные нутовые конфеты. Спасибо, что вы досмотрели мой ролик до конца. Если вам понравился рецепт, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и обязательно написать комментарий.